И одним утром, ранним, мама встала очень рано. Ну, почти рано, как обычно, в 8 утра. Ну, как утро дня. Или, ну, как это. И разбудила малышку, что нам нужно идти уже как бы в магазин. Такси рано, очень дорогие, поэтому поэтому я тебя разбудила очень поздно. Но не поздно, короче, я не знаю, ничего обижу. Застилаем кроватку. Опа. Так, только застелили. Ну все, пошли уже в магазин, она сказала. Взяла ее на руки, но сначала она решила одеть себе красивый костюмчик с единорожкой, который у нее висел. И у нее на поясе красивая платьица, но очень толстая. То зима ведь холодно. Сейчас покажу. Они посмотрели в окно, было холодно. И поэтому она одела свое теплое платьице. И малышкин теплый наряд. Собралась и свою малышку. Вот она. Он ее сейчас оденет. Чуть-чуть. И они пошли в магазин. Они взяли корзинку. То есть, ну, вы поняли, сумку иди. И пошли в магазин, а в магазине все они решили купить, потому что там все такое, ну, у них все не сладило. Поэтому они решили и эту тумбочку ведь купили, вот они все, и начинают разлаживать. Короче, я вот сейчас поставлю. Ну, что, блин, нужно видеть. И начинают. Ладно, они разложат, я вам все покажу. И малышка спрашивает, а можно я поиграю своей новой куколкой и машинкой? Поиграю новой куколкой и машинкой. И мама говорит, конечно, да. А я пока что приготовлю курицу в духовку. Ну, если что, я положила. Нет, это типа они положили, окей? Ну, я могу спрятать это под туда, типа положили. Под сюда они просто положили. И она начала готовить курицу на ужин. Под стол, если что, и еще один стул. Когда малышка подрастет. Так, малышка, я приготовила курицу, иди кушать. Я сейчас ее на стол положу, хорошо? Малышка, иди. Ты уже за столом. Все, кушай пока что. Что я сейчас приду, хорошо? Я поела. Кушай. Я тебе на тарелочку себе положила, а остальную курицу пока что спрячу. Хорошо, сейчас она сядет, подождите. Оп, все. Давай кушать уже вкусную курочку. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням, вижу из мисочки. Ну все, подожди. И они положили посуду в раковину. А мама ее пошла. Мы сейчас положу посуду в раковину. Помыла посуду и положила ее наверх. И выключила воду. Мама, ну что же? Да, иди поиграй пока что. Я устала, я пойду пока что посплю, а то устала сильно. И мама пошла спать. Мама пошла спать, а доченька играть своей игровой в комнате. Поп, и достану. И типа она упала из-за попыта, давай. Потому что попыт будет тяжелый, и она упала. И мама побежала. А что такое, моя малышка? Малышка попросила меня достать тебе попытик. Давай, пойдем. Полоскаем холодной водичкой. Пошли. Вот и тут себе вот ручку. Раковина большая, бери, так что. Хорошо. Молодец. Давай я достану тебе попытик. И она достала ей попытик. Держи, малышка. Я пока что пойду. Пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик. И она пошла спать. А та играла с попытом. Она решила поиграть на трассе. Положила попыт в сторону.
и спрашивает маму: а где моя машинка? А где моя машинка? А мама ее убрала в самый низ шкафчика. Самый низ. И она пошла ее доставать. Чик-чик. Держи свою машинку, поиграй на трассе. Давай, я пока что повешу поп-итик. А куколка просто стоит. А где класса? Где? Я не знаю. Вот, на полу же. Я тебе коврик такой купила. Дурашка ты моя. Ой, я забыла. Случайно. Ну что, игра, я пойду спать. Даже спать нормально не даст. Она надела свои беруши. В чёрный как? Малышка уже вечер, иди спать. И она даже не заметила, как солнце превратилось в луну. Солнышко уже стало луной. И она, и мама ее пошла укладывать спать. Иди ко мне, моя маленькая. Я танцевать хочу. Уже ночь, пора спать. Я танцевать хочу. Не я стою. Нет, а с вами я прощаюсь. Пока-пока.